Он за мной бежал, вы видели? Промахнулся. А, быстрее, 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 быстрее. Вот это он орёт. Блин, они так орут, я их боюсь. Ей, всем привет, дорогие друзья. С вами Димас, Серега, Куёка, Фаберли, Заварной Кофе. Пацаны, поздоровайтесь. Приветики, омлетики. Всем приветик. Привет. Ребятушки, сегодня будем играть на очень большом лабиринте и решили записать злостных SCP-096. Это SCP-скромник. SCP-тик, кушайте, приятного аппетита, а мы начинаем выживать. Понимаешь, что они за тобой побегут? Не, они не бегут за мной. А, я знаю, в чем проблема. А вот теперь побегут. А, Серега, отойди. Вот это жесть. Ну что, ребята, веселье начинается. Я, как всегда, забежал в тупик. Я поддался, на самом деле. Вот это жесть. А что он на месте стоит? Давай, беги. Очень странно. Стой, стой. А, нет, нет. Стойте, я их удалю сейчас. Стойте, я знаю, в чем проблема. Я знаю, в чем проблема. Я проверял, как они бегают. Бегают хорошо. Погнали заново. Из-за того, что был искусственный интеллект отключен, из-за этого они как-то странно бежали. Давай гранатку им кинем. Все, сейчас будет жестко вообще. Эй, я говорю, жестко будет. А нет, все-таки жестко. Все, побежали. Так, теперь моя цель добежать до вышки. Будем с вышки их дразнить. Проверим, добегут они до вышки или нет. Или даже, скорее всего, проверим, добегу ли я до вышки. Ой-ой-ой, они прям сзади. Смотрите, они не смогут тронуть. Отлично. Серега, тебя сколько раз убили? Один раз. Один раз, понял. Сейчас исправим, я тут еще сидящий. Давай, активируй их, дразни. Ребят, в этом ролике мы будем ставить очень много разных SCP, поэтому ставьте лайк, подписывайтесь на канал, ролики выходят каждый день. Стараемся снимать что-то веселое, классное, которое заходит и поднимает людям настроение. А это самое главное, моя цель это поднимать настроение. Надеюсь, у нас получается. Куёка слился, это хорошо. Это очень прекрасно. Я извиняюсь, я решил Portal Gun заюзать, чтобы, ну, в вышке поближе быть. Понял, я привык тоже, что ты читеришь, как и я. Два читера. Да. Ой, я знаю, кого я сейчас поставлю. Я сейчас зайду на вышку. Ой, тут тупик. Я сейчас поставлю... Он бежит. 049-х. Он за мной бежал, вы видели? Промахнулся. А, быстрее. Вот это он орёт. Блин, они так орут, я их боюсь. Не на вышку бегут ко мне. Ох, хорошо, что я уже здесь, Серега. Я знаю, что не на вышке, я буду смотреть, как вы умираете. А я буду стараться идти поверху. Чинь. Опа, один слился еще раз. Это хорошо. Опа, прям прекрасно. Сегодня прям хорошо паркурю. Ой-ой-ой, орет. Ты псих, что ли? Ой-ой-ой, еще бы чуть-чуть бы упал вниз. Дима, а? Я полетел с вышки. О, отлично, отличненько. Посмотрим в конце ролика, у кого сколько будет смертей. У меня пока есть 5. Ой, 2, тупин, 5. Так. А, я упал, блин, да я шифт прожал случайно. Нет, пацаны. На самом деле, я специально упал. Я всегда, когда косячу, говорю, что специально. Ой-ой-ой-ой, они интересно. Пацаны, есть возле вышки кто-то, я зайду? Отлично, я зашел. Так, ребята. Ой-ой-ой, вы видели, как это было близко? Еще бы чуть-чуть бы меня убил. А что меня не убил? Все, я наверху. Бегут. О, меня немножко подлагивает иногда. Так. Отвали. А, Серега! Есть, я живой. Я живой. Серега, ты, может, из-за портала Дима подлагивает, не? Не, я портал не сижу. А! Дима, они за тобой побежали. А я вижу, он меня убил. О, они превращаются на место и... Эй, вы что такие странные? Это чё, да тоже вернется? О, они, да, короче, есть. Убивают, да, и возвращаются, садятся на место. Давай, побежал, я сказал, щенок вонючий. А я бегу. Догонит? Да, он за мной. Он за мной, поэтому они надо... телепортируются обратно, Дим. Они прям приходят вроде бы. Или телепортируются? Да. Отлично, он бежит. Так, ставлю еще. Я же хотел 049 поставить. Сейчас будут у нас еще ребята и зомби на этой карте. Так... Вот у нас 049, ставим. А че не 147-го? А кто это, дед, что ли? Нет, статуя. Это 173-й. Да, 173-й.
А, ну давай статую поставим, Серега. Ну, по твоей просьбе. Опа. Ой-ой-ой-ой, сразу стрёмная музыка пошла. Ой, я моргаю. Он что, за мной, что ли, увязался? Отвали. Да, он за тобой. Он за тобой, Дима. Не, вроде бы не. Он за тобой. Мансим, Мансим, Мансим. Мансим, Манси. О, боже. Классно. Опа-па. Опачки. Чпонкс. Я 49-й закину в лабиринт, а то они там... Да, давай-давай, их надо активировать, наверное, ударить, или что, их там надо лещами прописать. Да не, их проще там, по лабиринту раскидать, давай. Они сейчас не пойдут. Это еще зомби появятся, вообще будет прикол. А мы спокойно идем, не спеша, без шифта. Потому что с шифтом я постоянно падаю почему-то. Опа. Опачки. Вот статуя, о, уже статуя двоих захавала. Так, побежали. Так, Серега, я на вышке. Я бегу. Отлично. Ну его нафиг. Не бойся, Серега, ну не бойся. Опа! Статуя! Статуя. Да, вроде я моргать начал. Так, я сейчас резко отойду, смотрите. Опа! Я моргаю! Да ну блин, это статуя сделала, чтобы я моргнул! Ой, красиво! Так, вернусь. Я себя в ловушку загнал. Да ну статуя! Она статуя! Ну отвали! Галимая! Да чё на меня убивай? А! Да Серега, скажи ей! Ой. Не-не-не, брось. Не-не, я ее закину, А, понял, я понял. Чтобы она меня не видела. Все, отлично, она к другому привязалась. Так, давайте мы поставим еще других из цепи. Сейчас мы этих удалим. Сейчас поставлю я других ребятушки. Сейчас мы поставим. Давайте вот этих 0-96-х. Опа, активировался. Давай, подлец! Еще. А этот нормально активируется, кстати говоря, если на него посмотреть. Да, его не надо, да, бить? А чё они не бегают за нами? Ой-ой-ой, прикольно. Надо ударить. А не, они, короче, танцевать, видите, танцуют. Они сейчас за мной побегут. Дискотека. Ты думаешь? Беги. Инфосотка, что они за мной побегут. Ну, давай проверим. Я, короче, тоже буду тут стоять, чтобы не было доступа ко мне сразу. Они долго так будут психовать? Ну, подожди, сейчас они... Сейчас посмотрим. Жесткая битва. О, одного порвал. А не, он успел убежать. И еще у нас есть SCP. Давайте еще вот таких вот поставим. 3, 4, 5. На тебе за то, что ты убил его. Вот это жесть, они кричат. Давай, мужик, активируйся. И того активируем. Ой-ой-ой, как это громко. Акуёк, а ты че молчишь? А, не может разговаривать. Испугался. Да, он боится. Все, за мной побежали, все, они за мной. Эй, ты чё? Эй, куюка, стоять! Вот он, ешьте его. На, это тебя отомстил за то, что ты меня хотел скинуть. Все, короче, пошел я вглубь лабиринта, повыживаю. Погнали. Ну чё, кто меня тронет? Никого не боюсь. Есть кто-то за мной бежит? О, за мной бегут. И вот, я тоже слышу, да. Они топают уже. Ой, блин, это куёк, я думал, это зелёный SCP. Спасибо, что мне закинули еще двух. Не говори спасибо, просто поблагодаря, мы тебе еще дадим много SCP. Ё-моё. Не бойся. Они ручные. Нет, они только делают вид, что хотят убивать. Так, я на вышку иду, мне интересно, они до вышки легко добегут? Они более тупые, эти тупее. Это тупее, да? Да, они не бегут. Это очень странно. Просто стоят, да, и все. Да, они стоят и орут. А, хорошо, я сейчас добавлю еще. Только других. О, может деда добавить? Можно, кстати. Ребята, сейчас будет деды у нас. О, ребята, сейчас будет жестко. Деды, в путь. Мне хана, меня убили. Я прям много их поставил. Дес, они через стекло смогут меня поймать? Вот, смотрите, он вылазит, прям видно через стекло как. Дима, они через... стены могут, они быстро телепортируются через черную, пошел. Ну, зону какую-то фантом. Офигеть, он даже когда ходит, следы видно. Ну, меня зажали. Классно, еще один. Все, поймали одного челепиздрика. Так, я живой еще, я буду двигаться постоянно. Классно, Серега, их через стекло видно, когда они вылазят. Я первый раз вижу, как они вылазят. Ого, этот прям резко вылупился. Ой. Блин, я в лабиринт упал, мне хана, походу. Не, если Серега, не, не. Если вы в лабиринт упали, ой-ой-ой. Вы умерли, они вас зажали. Вот о чем я и говорил.
Жесть, ну в наушниках такой звук от них прикольный идет. Кстати, вот пятно прям шевелится. Смотри, Серега, а что это такое? Очень странно. Пятна шевелятся. Это их карманное измерение его, Дим. Понял. Но тут нету на карте карманного измерения, поэтому... Ой-ой-ой, ты пыхается. Блин, ну они стрёмные, если честно. Давайте разнообразим ситуацию. И поставлю 373, чтобы было веселее. Опа, я уже моргнул. Он очень медленный. На, куёка, сейчас тебя поймают. Опа, и чё? Хочет меня поймать. Давайте, ладно, пусть поймает меня. Он просто дамажит меня. Офигеть. Вот это они громкие. Звук такой, знаете, непонятно откуда звук идет. Очень классно сделано. Я на башню наконец-то добрался. Я до башни добрался. Опа. Я бегу. Ты в башне, Серега, я за тобой иду. Ой, тут их много, Дима. Ой, блин, упали. Из-за того, что я моргнул, я упал. Они все телепортируются. Да, они к вам идут? А я иду тоже к вам. Так, ай, блин, схватил Серега за ноги. Ребята, давай, вы, короче, стреляйте из них. А что, давайте их, может, помочь им? Да, ай, опять схватил. Да, тебе будут подлюка так мочить. Кроме R2, берите другое оружие. R2 читерская, да, какой-то, Серега? Ай. Да, это чересчур читерская. Ай, они окружили меня. Буду мочить их. Ой-ой-ой, откуда этот звук? Это 173-й. Хуёк, ах ты подлец такой. Ах ты подлец. На тебе за то, что ты меня хотел убить. Ого, их не берет такое? Такое-то же оружие. Нет, не берет. Опять ты? Хуёк, ну скажи им. Серега, их даже арбалет туда не берет. Сколько ж у них жизни, интересно? Дофига. Меня убили. Меня тоже убили. Опять ты? Я же... Хуёко! А не смотри, не могу попасть по хуёко! Джавелин в помощь. О, давай джавелином! Давай, Серега, погнала! Я хочу, кстати, обзор на джавелин снять. Ох, их тут, это их наставил вдох. А что они тут за дискотеку устроили втроем? Опять ты? Йока. Джавелин пошел. Осторожно. Бума. Ого. А, такой эффект, как будто осколки разлетаются. А, я буду им гранату бросать. Бум. Вот это мы, короче, их гасим. Дима, я две статуи убил. Сразу? Да. Еще одну. Еще пошел джавелин. Подлагивает. Да вроде не. Но это же джавелин, он должен подлагивать. Ай, куёка, ты мешаешь мне их убивать. Я что-то не могу по ним попасть. Или я попадаю, не понимаю. Ты попадаешь. Но... Опять ты, куёка. Давай проверю, бессмертные они или... Давай. А, они бессмертные. Они бессмертные? Да. Смотри, я взял одинокий пистолет. Ай, куёка. Так, ну что, теперь будет еще жестче волна. Так, все-таки я решил вот этих поставить из цепи. Они очень классные. У нас такое есть. Да, вот это самое лучшее из цепи, которое у нас есть. Очищаем карту полностью. А что пятна не исчезают? Это очень странно. Ну, пятна не исчезают, представляете? Ой, прямо на голове Сереги поставил. Ну что, я буду тут выживать, не буду в лабиринт бежать. Постараюсь здесь побегать. Давайте, сыкуны! Давай, мочите куёку! Все, всех активировал, всех! Вот это толпа со мной! Ну что вы мне сделаете? Я вас не боюсь! Так, надо за куёкой бегать, чтобы они его замочили. Отлично, отлично! Так, Серега, теперь должны тебя замочить, полюбасу. Нет, они за тобой бегают. Они некоторые побежали вглубь лабиринта, потому что там игроки некоторые... Да я поддался. Ха-ха, я серьезно говорю, поддался. О, я знаю, что, Серега, надо сделать. Я буду использовать то оружие, которое ты использовал. Как раз расстояние позволяет. Так, где у нас джавелин? Вот. Вот. Ты псих, Димба. Не, я не псих. Псих. Смотрите, пошла ракета. Посмотрим, как она стреляет на большом расстоянии. Эй!
А чё она в небе взорвалась? Он чё, в небе был? Чё за баг? Захватываем цель. О, полетела. Пошла. Он в небе взрывается, тут низкая этот скайбокс низкий. Нет, ты слишком далеко, вот смотри. Так я на других картах взрывал, и было все хорошо. Потому что у них... Смотри, вот я беру джевелин. Давай. Допустим. А где ты? А, ты близко. Вот. Видишь, он у тебя сразу вниз идет, поэтому и взрывается. Вот это жесть, они там гоняются, пацанами. Вообще мощь. Ай! Ах ты, зараза такой. Так, я понял, я понял. Некоторые в лабиринте стоят, боятся идти. Я бы на вашем месте тоже, пацаны, боялся. Ого, здесь до сих пор потресканное стекло. Так, Серега, сейчас мы сделаем кое-что. Обстоятельства, ребят. Круто поцелился. Че, целые? Да. Вот у меня есть еще одна. Ты не те бомбы используешь. Я сейчас возьму. Смотри, смотри, смотри. Ой, красиво, красиво! Бум, взорвал. Чё, а сталкер, это который под землей? А чё, из цепи целые, что ли? Да, я сейчас тебе покажу. Какие... А, я упал! А кто меня скинул? Ай-яй-яй-яй-яй! Вот это жесть! Куяка, не ты меня случайно был скинул? Серега, давай ты взрывай мощь. Без проблем. Ой, он еще бегает здесь. Порвал, порвал чувака. Ой-ой. Нет, они живые, Серега. Никто не умер из-за цепи. Живые? Ого, тут что творится? Это просто жесть. Надо свалить отсюда. Я возьму другую бомбу, Дима. Давай, давай. Ого! А что такое дым черный? Ого! Я понял. Во! О, мой скелет отлетел! Че, всех убили? Или нет? Да, всех. Всегда. Если вам понравилась эта серия и она вам подняла настроение, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш дискорд. Ну а всем отличного настроения и всем пока. Серега, поджигай! Серега, как всегда, любит все взрывать. Псих самый настоящий. Молодец! Молодец!